Оставайтесь в танках. Гобы надо обязательно все сагрить. Конечно. Смотри, что ты делаешь. Танки сзади, червяки, блядь. Поймайте, могут, я убью. Какой-то да, он опять сагрывает. Не надо было тебе войд отдавать запы, короче, бегал бы лучше, не знаю, блять, с холипалом с теми запами. И хиль пока. Все, что сделано, все к лучшему. Смотри, еще один сагрили. Был бы я на коте, я бы с радостью их бы потанчил, знаешь, типа еще чешую поснимал. А, этим сейчас Жека занимается, потому он кричит, блядь, хиль сам. Виталя, ты далеко. Я тебя хилить не могу. А, вы там пошли трэш пить. Ну, ок. Все, подними там меня, нет? Да-да, сейчас. Блять, еще сагрили, что ли? Да, они, в общем, угорают, что ли, я не понимаю, кто их агрит? Это фомба, блядь. Не танчи, Виталий, пускай сдохнет разок. Заебись, я ни одного с гроба не сагрил, я сдох, во, это пиздец, и я теперь этот... пострадавший, короче. Это ты мне Эдика напомнил, блядь, третью часть. Меня зовут, блядь, тот такой, как опоздавший, блядь, тебя зовут опоздавший, блядь. Бля, ты помнишь, как ты ваш такой? Когда это, ну, я говорю, твоя голова будет в этом ящике, там, через минуту, все, я голову там отрезает мечом, все это красиво, голова падает, голова в ящике, и тип такой, этот, батист, этот, качок-то стоит такой, а что, блядь, давайте отпустим Эдика, блядь. Ебать. Слышь, чё, ты помнишь, как вчера сова угорала в РСке? Да-да. Пиздец, на... нахуй ты говорит, как разводится. Когда я что-то пьют, она как свинья орёт. Могли чем-нибудь трогать. Бля, вы чё, в натуре все сугробы нагрели? Вы чё, ёбнутые? Что, нравится, да, сугробы? Вот и агрить дальше. Так они же будут потом вечером. Так, слышите? Тут стоят, блядь. Чё, давай, Женя, их убьем, я буду танчить. Дебить, мы подождём. Пойду чай. А чё, чё? Ничего, не кряешь. Кожу фармить, идите в барейки фармите на животных. Мана, ёбни через взрыв. Нету маны, там взрыв, сука. Гимн, ману читаем. Залети, инерти. Да помогите, сука, нам, вы чё? Да вот нихуя, блядь, вам спасибо скажите. Ты ж потом червяки, блядь, вешают бой на весь инфу. Я... Вообще, без комбата все заебись, блядь. А то, что они там агрят, это их проблема. Я там ни при чем вообще. Кто-то танчит из вас будет?
Вот у меня батл, я хочу, блядь, баны отбить. У меня батл сейчас висит из-за ваших сугробок и банок. Батл. Да, Виталий в ретрике. У меня нету маны. Но. Сейчас будет. Сейчас по темпу ставлю. Даже пожрать не могу. Да на диете. Пиздец, ну. Ну, с магом. Дайте бафы, МП5 по приступам. Почему МП5 зовут? МП5. МК, а не МП5. Пять маны каждый. Двигаемся. Ты знаешь, что такое МП5? Мана реген раз в 5 секунд. О, к сове подходите. Ручка на нее. Пистолет-пулемет американский. Мак, ну двигайся! Я в шоке! Не стойте в маленьких уязвимых тоже. Вспышка, отойдите на краешек, на краешек. Теперь заходим обратно внутрь. Вот, противодействие получил Фурик. Раз диспел. Сита, кто будет видеть? На край вышли. Заходим. NPC не спас. Да, угу. Ебать, блять. Чемпион удар. Третья уже ебануться. Заходим. Давайте трепет. Нет, нету трепета. У нас бой, вставайте сами. Бис на танках щиток. Фокус, ты же не танчишь. Дай-ка мне. Чего? Блять, наступишь щит? Интересно. Кого? Что мне надо делать? Щит. Так забирай, конечно, я же его не ролю. Погоди, как это не ролю? Он не умеет. Ты же выиграл. А, ты же отказываешься. Я погоди, подумал, не тебя найди. О. О, рэпит, наверное, не сам я ролю. Женя выиграл, наверное. Слишком далеко. Сейчас. Затанчу себе.
Бой. Хотя... Фокус, давай. Че, батл, да? Да-да. Танка, давай. Этому трэшу так, че? Пойдем, мы умрем, да. Ой, ДБР, бля. Пухи снимите. Меньше чиниться. Копашный бой. Да, мочила умирающий. А на посланника тоже 245 шмот нужен. А у тех троих есть бой? Маг, фокус и кворти. Я не добавил. Далее, вот кому я вот два канала вот писал, вот что на посланник идет, что я на ТПБ. Я прочитаю, хорошо. Еще чё, куда гайд идёт? Лучше прочитайте как-нибудь тактику там на Алголона, на Лича, на Халиона, да. Как пройти вот этот Warcraft тактику надо прочитать. Че, на Фрей идем или куда? Нет. На этом, кто там следующий? Мне, кстати, по Алголону. Стойте, стойте, стойте. Знаете, рыбу выхавать. И по Халиону гайд тоже есть. Как победить Халиона? Вчера сова ебать меня вообще порадовала в РС. Сука, я прям давно не ржал так. Олег еще спокойно, да, такой, зачем ты бьешься, когда солнце? Че это за сегодня? Ты не был в РСке вчера, Виталь? Да я был, что-то не запомнил про сову, честно. А вчера сова, короче, мелкий трэш грозой хуярила, вместо того, чтобы большого голема бить или халиона. Олег спрашивает, ты зачем сова бьешь грозой? Он говорит, чтобы забить себе ДПС и быть на первом месте в рекаунте. А потом Вуди говорит, я восхищен твоей честностью. А я говорю, ты мне даже нравишься, блядь. Как терминологическая заложка. Сейчас все, пойдем. Интуда, Александр. Виталий, ты откуда там бежишь вообще? Да, да фиг узнай. Первая в комнату идет, вторая на арене остается. Жень, ты только метку поставь на мобы на этой. Надо мага еще оставить, чтобы он этот, отсыпал на него попадал. Китак у нас на арене. Оксана, видишь вот этого моба? Все, сразу чек на пупу.
цени. А, его убивать надо, этого. Там выйдет другой. Бейте, бейте, бейте звездочку. Выйдет Джонни Мок, у меня просто английский Warcraft, я не скажу его название. Вот его надо, чтобы ты звездочку поставил, а я буду его контролить потом. Ага. Я помню вас. Делаем хрен, давайте проносите. Потом все на ранч. Под молнией не стоять. Бля. Чё на тебе сис можешь сам поставить? Я же говорил английский Warcraft, я не знаю название моба. А? Слишком далеко. А что-то прислужник какой-то, да? Защитнику стану. Нужно больше ярости. Он вышел, не вышел? Нет. Сян, только ты его фиксуй постоянно, когда он выйдет. Как его звать-то? Я не знаю. Как? Где вот так? Он здесь. Че не бьете мобов? Хватит, завоеватель вам сейчас пишет. Есть? Есть такой тут, нет? Завоеватель? Да, вот Сусли пишет завоеватель. Вон они есть. Ставь метку на ком. Все, Цана, фиксуй его. Вы что не бьете, блин? Не убейте, спите, не убейте, что ли? Не убейте метку. Бесстыжие выскочки! Вы решили бросить... Раньше. Мелкий, сука, не убейте его. Я пахну его. Приз, сука. Это приз ебаный заливал его. Выберите мне мог. Попал. Бля, Жень, давай упадем, я умоляю тебя. Я так это очень хочу. Член. Виталя забирает, видишь, деба. На воде. Там маг или кто там стоит? Удачу. Печаль, дайте там. Дальше нету. Этот приз вообще слышит нас или нет? Не, навряд ли она не нужна. Пиздец. Он, ты видел, он просто маслом хуярил и убил моба.
Ну, крови по тактике придется мне зергом бить. Какая-то беспонтовая трава с этих новых. Бывает. Ну что с ним тут? Самый большой на Алика похож. Третий. Не походу как Патис, похоже. Блин, да тут хила неплохого можно собрать. Хули пала. Оба в танках. Будет на боссе. Летали на трэша будешь. Сбери одного. Убейте этого. Ты точка. Ладно, отпивайте. Что делаем? ХМ. По тактике только. Что, не получится запомнить? Ну как? Рог конта нет. Все, пойдем. Мелких только массуха не бейте. Я буду метки ставить. Да, только заливать. Я это послушал. Что мне это надо? Вот этих духов танчите. Звездочка сначала. Звездочка, печенька. Ничего себе он откинул. Подбегай обратно. Трэш сагришь. Вот так, для справки их надо одновременно убить. А кто-то как он умер, блядь! Он решил босса пробить. Если вы будете убивать одного моба, и потом он будет резаться через 10 секунд. Нужно убить. Корнище. Если вы не в курсе. Че одного убили? Давай добивать. Корни. Под грибы заходим. Убейте корни с меня. Блять, ну чё, корни-то не можете разбить, что ли? Да и переложимся, нахуй. Прости меня. Я смерть. Диван дали, что ли?
так, для справки чисто объясню. Фрею бить не надо. Пока она отхиливает себя. Подними, Жень, по-братски, я сзади тоже. Сзади тебя. Спасибо. Давайте бафы. Где там? С руля. Все, у нас бафы все тут. Чек на полную готовность. Я готов. Все, начинаем. Босс, не трогайте, чуть-чуть толку его бить. Мы ждем пачки трэш. Поодиночке. Звездочку сыграйте. Виталия, танчи их всех. Точечно только звездочку. Звездочка, другая вот. Сука, точечно играть. Еще одна звездочка. Корни. А, так, для справки, у этих мобов иммунитет к таунту. Можешь их не таунтить. Я заметил. Корни с холиком. Справки. Блять, ёбаные деревья. Беги, малышка, беги! Как это прикатать у них? Виталия! Да я слышу тебя. Корни, разбейте. Чё? Да, лучше упасть. Блять, я ебёшь. Как они падают, я вообще не понимаю. Сука, 8к хпса, блять. И холи пау еще 7. Прости меня. Даст начало новой жизни. А чё с руля в АФК уходит? 100 тысяч урона наносит? Или умирает так быстро? Вар, Аринанта с руля, они втроём упали, да? Может мне поэрлить этого босса? Чё за урон такой?
Подожди ты, Войт, маны нихуя нету. Что это за маны это, блин? Я не понимаю, чего Тредрик на меня обижается? Я, блядь, что-то ему плохое сказал или что? Сказал, блядь, что факты как есть. Ну ты немножко адекватнее выражайся. Что неадекватного я выразился? Ну ладно. Ты видишь вообще, из-за чего мы помираем на этом боссе? Спасибо, Виталий. Ну да, заебись. Один. Да. Ты да сама себя кормишь, да? Вы же можете сами себя избивать. Аргумент. Доберите. Я не понимаю, как это происходит. Не добили корни, не бегут трожить. Виталик, братка, спасибо за дело. Ну вот опять, это чего сейчас не делали? Виталь, ты, я тебя не смогу резать. У нас, смотри, как пистит.
Эко. Покажите урон в форме. Покажите урон в форме, пожалуйста. Как они могут быть там, где царь? Не, я про корни именно. Это же корни, как они могут двигаться, они же только на игроков висят, как дебаф. Или я как-то неправильно выразился. Не дебаф, а это схватывают. Что ты стоишь, снимай диван. Там, кстати, тоже непонятно. Мы тогда тоже с Варом упали, ваншотнуло просто. Что там, все здесь? Дайте мне силы. Леонар, твоей прислужнице нужна Я сам пойду. Сбивается вот этот каз, который корни пускает. Я еще попробовал, не сбилась. Ну, луч сбивается, а вот именно корни нет.
Нужна помощь! Не сейчас. Я могу использовать свою способность. Беги, чё за дебаф такой? Беги! А в химике только, пожалуйста, ролики в этой баре данные. Корни разбейте. Он не может сам себя убить, сделать. Тут шмоток много на этих. На кастер. Ну, на хила. Или на РПД. Оксана, а ты алхимик разве? Понятно. Сердито так сказал. Понятно. Девочка. Чё это за говно чёрное на мне появилось? Не, просто убиваем. Давайте хоть этот. Ну, сделаем с минами очистку.
что там еще с элементом есть. Ретрика надо к стенке поставить, чтобы он там вообще не играл на лицо. То он взорвет по-любому. Он будет висит. Да. Все. Запускай вы. И логнусь, я же говорю тебе. Все, уже не надо ничего. Беги, малышка, беги! Попробуй. Мины раскиданы. Эти сами. На третьей фазе тоже раскидают. Жека, уже поздно, уже Пурик по двум пробежал. Понятно, чё. Женя, запомни ник, не бери его в рейды никогда. Это пиздец. Мне, короче, надо 140 ачивпоинтов, понимаешь? Я вообще их не могу нигде нафармить. Все время какую-то ачивку, если что делаем, всегда кто-то, короче, запорит. Потому что люди тут первый раз, наверное. Да какой первый раз? Зелони, ДВРК. Да, я первый раз здесь. Ну вот видишь, я забыл правду. Серьезно, не был в Эльдуаре ни разу? Ни разу не был. Ты понимаешь, почему на тебя злятся? Давайте фокус на оранже. Остальные под босса. Ну, я так понял, за мины, хотя вроде я обходил их на ХЗ. Ты прямо по двум пробежался, к боссу подобежал? Ну, я вот посередине проходил, я думал, ну, должен был попасть. Ты думал, но попал, да. Попал, да. Пяткой зацепился. Ну, в следующий сорян, раз... Сорян, фокус. Будешь получше. Все, давай в мили-зону. Мили-зону. Обстрел еще будет. Успейте, наверное. Беги, малышка, беги! Спасибо, друзья. Благодаря вам я получил ценнейшие сведения. Так, а куда же я делся? Ах, вот куда. Бейте голову, вот это. Как ты так делаешь? Кружок потом. Ну, 7000, да, у меня. Надо подождать. Бейте все, что движется тут. Че, их бьем, мы сливаем, да? Сливаем? Нера нету, так убить. Так, для справки, может, если кто не знает. Три части у босса, их надо убить одновременно. Там фокус голову отцовой, амнистии с ретриком в тело, остальные низ. Возможно, шоковый бот, возможно, обстрел. Мины раскидал. Вниз больше. Все, теперь на металлолом. Да. Пленный злодей затуманил мой разум и заставил меня отклониться от инструкций.
плечи какие красивые. Оставайся пока в танке. Обвалившуюся галерею и налево. Жень, пока трэш чистите, я покажу буквально на 2 минуты на кухне. Там просто котлеты жарятся, сейчас горят. Сейчас я, короче, быстро пока чистите. Козел. На генерале ХМ. Пурик будет на костах тогда. Да, ёк плюс ноль. А там в одного танка танчится? Да. Надо подождать. Не спускайтесь. Жека, ты где? У меня каз дольше, чем он жил. Я тебе уже говорил, у меня с хостой пиздец. Маловато ее. А это не хил виноват, а то, что меня стану делать. Я бабу не успел прожить. Так бы выжил. Yeah.
А что это у тебя за чаршевым? Что это? Сколько хд на нем? 15 вроде. На сколько секунд ты станет? Он не станет, он обездвиживает. И сало, да. И прерывает. И сало, да. Обездвиживает и сало. Ну оглушает, да? Нет, он не оглушает. Это сало и оглушение, чем они отличаются? Ну оглушение ты кастовать не можешь, зато можешь бегать. Наоборот, это, блядь, да. Ну вот. Прерывает, обездвиживает и прерывает произнесение заклинания на 4 секунды. А Котовская там на дает замедление, головокружение. Котовская. Миниф небес не работает. Так это же не нежить. Да я гуманоид же. Гуманоиды не должны станется у него небес. Ты что думаешь, гуманоид и нежить это разные вещи, что ли? Я думаю, они одинаковые. Что гуманоид, что нежить. Нет, нежить она останется в небе небес. Гуманоида нет. Орка, это гуманоид? Ага. Эльф? Ага. Кроме людей, да? Ну, да люди тоже гуманоиды. Гуманоид, блядь, человек. Человекоподобный. Ой, опять. Фокус, ты гуманоид? Че? Он рубероид. Это же там не пиздит. Один бог пахренный на меня, блядь. Ой, это мой бог. Я ненавижу сов. На БГ. Ох, убой. Размандываю этих сов, как по КД. Кем? Что если с хилами? Всеми. Любым классом, любым персонажем. Не знаю. Может, значит, у меня с сваром проблемы, с капами. С какими? РПБ, как всегда.